Жизнь обычной семьи может оказаться интереснее и запутаннее книжных детективов. Семейные тайны и многолетние обиды, страстные романы и удивительная самоотверженность. Как найти выход из жизненных головоломок? Кто поможет женщинам, попавшим в сложную ситуацию? Ведь иногда их истории настолько драматичны, что могут показаться невероятными. Здравствуйте, это я вам звонила. Да-да, я вас жду. У меня сын пропал. Значит, пропал Тополев Алексей, 18 лет, верно? Да. Алешенька мой. Ну, расскажите, что случилось. Ну, это во вторник утром было. Я на работу ушла, а он ушел куда-то. Он встал, позавтракал, ну... Тарелку там помыл, как всегда. После работы я пришла. Дверь закрыта, его нет, и телефон у него выключен. Может, он накануне говорил, куда собирается, нет? Нет. Накануне у него день рождения был. 18 лет исполнилось. Валентина Семеновна, успокойтесь, все будет хорошо, не волнуйтесь. Скажите, может быть, что-то на дне рождения случилось? Вы с ним накануне общались? Нет. Там все нормально было. Он с друзьями встретился. И они в кафе посидели, а потом гуляли. Он поздно вернулся и лег спать, а утром пропал. Валентина Семеновна, успокойтесь, не расстраивайтесь. Мы разберемся. Вы с ним, кстати, не ссорились? Нет, что вы, у нас вообще такого никогда не бывает. А девушка есть у него? Да, он встречается с Аней, она у нас в гостях была даже. Хорошая такая девушка, милая. Ну, я не думаю, что она втянула его в какую-то историю. Хотя, конечно, всякое бывает. А с отцом у него какие отношения? Нет отца, он летчиком-испытателем был и погиб, когда Алёше было 2 года. Ясно. Скажите, Валентина Семеновна, а у Алексея вообще были основания уйти из дома? Раньше он уходил? Нет, что вы. Куда ему идти? Александр Сергеевич, я вас умоляю, пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, помогите найти сына. Валентина Семеновна, я сделаю, во-первых, все, что от меня зависит. Во-вторых, кстати, от полиции есть новости? Ну, мне говорят, что они проверили все морги, все больницы, никого похожего на Алешу ни в Москве, ни в Московской области нет. Ну, вот уже хорошая новость, не волнуйтесь. Давайте мы не будем волноваться и приступим к делу. У нас с Алешей всегда были просто идеальные отношения. Школу он отлично закончил. Год назад в институт поступил. Друзья у него сразу появились. Хорошие ребята. У первой сессии без троек стал. Ну, никогда не пил, не курил. Опять же, интересы у него были. Он велосипедами очень увлекался. Катался и ремонтировал. Вот такой мальчик просто не мог взять и пропасть. В полиции меня успокаивали, вот, мол, не переживайте, он вернется. А я чувствовала, что с ним беда какая-то. Я не могла сидеть, сложа руки. Поэтому я обратилась к детективу. В этот же день Истомин встретился с друзьями Алексея и с его девушкой. С ними парень отмечал день рождения накануне пропажи. Детектив был уверен, друзья знают больше, чем мама. У молодых людей всегда есть свои тайны. Так все и оказалось. Руслан, езжай сюда, это насчет Лешу. Здрасте. Привет, меня зовут Александр Истомин. Я веду расследование о пропаже вашего друга Алексея Тополева. Вы из полиции? Нет, нет, я частный детектив. Прикольно. Да, мне тоже нравится. Скажите, вы помните, что произошло в понедельник, 15 мая? Да, ничего. Отмечали Лёхину днюху. Сначала посидели в кафе, а потом пошли в парк Горького гулять. А в парке и в кафе он ни с кем не конфликтовал, не ссорился? Нет. Лёха был в хорошем настроении. Ну... Немного он был грустный. Грустный? Почему? Да, мамка его. Он от нее ждал новый смартфон на днюху. Ну, совершеннолетие все-таки. Она им какие-то стрёмные кроссовки подарила. Понятно. А вы не заметили ничего
чего-то странного, подозрительного. Он никуда не собирался? Да нет, никуда не собирался. И подозрительного тоже ничего не было. А вы, Аня, не заметили? Да у нее с Лехой любовь была, а он козел. Взял и пропал. Спасибо, Руслан. Девушка, с которой Алексей строил отношения, наверняка знала о нем больше других. Детектив попытался выяснить, что она знает об исчезновении молодого человека. Скажите, что же между вами произошло? Я не знаю, что произошло. Все было хорошо. Мы с ним собирались на выходные вдвоем поехать в Питер, познакомиться с моими родителями. Должна была быть лучшая поездка на свете. А он взял и пропал. Возможно, он испугался ответственности, знакомства с родителями. И он после выходных вернется? Нет, Леша меня любит. И поездка в Питер – это была его идея. Так что пропал он точно не из-за этого. А из-за чего? Я не знаю. Поэтому и плачу уже третий день подряд. Аня, вы не расстраивайтесь. Я думаю, что Леша найдется, обязательно найдется. У Леши была эта девушка, Аня. Ну и, конечно, когда он пропал, я первым делом ей позвонила. Я почему-то подумала, что у них что-то произошло, и она причиной, что он пропал. Но и стала у нее требовать, чтобы она сказала мне, где Алеша, и даже кричала на нее. Ой, ну теперь я понимаю, конечно, что я вела себя ненормально. А тогда... Ну, Аня молодец, она меня выслушала, и даже не обидела, сразу приехала, и мы сразу... С ней стали обзванивать тех, у кого Алеша мог быть. Но никто ничего не знал. Это все так странно. Детектив отправился домой к матери Алексея, чтобы среди личных вещей Алеши попытаться найти хоть какие-то зацепки. Вот это вот комната Алеши. Я здесь еще не трогала. Валентина Семеновна, вы можете заниматься своими делами. Я тут осмотрюсь пока. Какие у меня могут быть дела, когда Алеша моя неизвестна где? Его стало ясно. Мальчик в беде. Кто это звонил? Какой-то мужчина. Он сказал, что я... Что Алеша у них. Он позвонил и сказал, что я должна заплатить. Если я хочу вернуть Алешу. Если я хочу увидеть его живым. Это каким надо быть человеком, чтобы матери про сына говорить такие вещи? Валентина Семеновна, а что он сказал? Он сказал, что я должна искать деньги, иначе они убьют моего Алешу. Валентина Семеновна, успокойтесь. Они убьют моего Алешу. Валентина Семеновна, успокойтесь, пожалуйста, не паникуйте. Они какие-то деньги потребовали? Сколько? 40 тысяч. Валентина Семеновна, 40 тысяч – это стоит мобильный телефон, а не жизнь человека. У вас есть какие-то варианты? Почему именно такая сумма? У меня нет никаких вариантов. У меня есть так, у меня есть немножко денег на сберкнижке. Вы не знаете, за скольки сегодня банки работают? Валентина Семеновна, успокойтесь, пожалуйста. Ни в какие банки мы не пойдем. Не паниковать. Понятно? Это самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы спасти вашего сына. Дайте мне телефон. Позвонивший дал 2 дня на сбор денег. Детективу нужно было торопиться, чтобы успеть спасти жизнь Алексею. В
телефонной компании Истомину удалось выяснить. С требованием выкупа Тополевой звонили из таксофона по адресу Ленинский проспект, 121. Детектив понимал, воспользоваться там таксофоном мог кто угодно. Тополевы жили на Варшавском шоссе. Прямой связи между этими двумя точками не было. Но детектив вспомнил, что до пропажи Алексей мечтал о новом смартфоне. И это помогло Истомину разобраться в том, куда пропал Алексей. Детектив поспешил к матери Алексея, чтобы обрадовать ее хорошей новостью. Уверенный, что спас ее сына, он не знал, что теперь спасать нужно и саму Валентину Семеновну. А что случилось? Ой, да позвонили опять. Сказали, что отрежут Алёше руки, если денег до завтра не найдут. Ну и ужасов наговорили, даже повторять не хочу. У меня и сердце, и давление, и скорое. Сделаем. Я для вас хорошая новость. Правда? Вы нашли его? Ну, к сожалению, пока нет, но я разобрался, в чем дело. Скорее всего, Алексей сам инициировал свое похищение. Дело в том, что друзья сказали, что он мечтал о мобильном телефоне. Да нет, это ерунда какая-то. Валентина Семеновна, я понимаю, что Алексей, конечно, любит вас. Сам бы не догадался до этого. Кто-то его из друзей надоумил. И помог провернуть все это дело. Что вы такое говорите? Алеша, он никогда, он просто... Валентина Семеновна, подростки зачастую непредсказуемы и жестоки. Звонок поступал из таксофона по адресу Ленинский проспект, дом 121. Вспомните, пожалуйста, кто из друзей Алеши там живет. Тополева вспомнила, что в этом районе живет друг Алексея, Руслан. Истомин не сомневался. Алексей сам инсценировал свое исчезновение. Детектив нашел Руслана в парке. Истомин устроил ему строгий допрос, и Руслан не выдержал натиска. Нормально, велосипед? Хорошо. Звонки Валентине Семеновне твоих рук дело? Стоять, спокойно. Звонили из телефона автомата рядом с своим домом. Боялся с мобильного звонить, да? Думал, мы вычислили. Но там остались твои отпечатки пальцев. Не может быть, я в перчатках был. Прекрасно. Признание получено. Где Алексей? Да я не знаю, где он, правда. Так, в смысле? Подожди. Вы же все вместе с ним это придумали, провернули. Да нет. Я когда узнал, что Леха пропал, ну, в общем, это... Решил воспользоваться возможностью подзаработать денег. Ну, мы вместе с ним мечтали о новом смартфоне. И вот тут так получилось, что я придумал позвонить его маме. Отличная идея. Просто отличная. Буду иметь в виду, когда захочу купить новый автомобиль. А куда Леха пропал, я правда не знаю. Простите меня, пожалуйста. Руслан был убедителен, и детектив поверил ему. Телефонный террорист был вычислен, но куда исчез Алексей, по-прежнему было неизвестно. Тополева знала, что детектив отправился к Руслану, поэтому ждала возвращения Алёши с минуты на минуту. Но Истомин пришел с плохими вестями. Истомин аккуратно объяснил Валентине Семеновне, что предыдущая версия отпадает. Руслан не знает, где находится Алексей. Но есть и хорошая новость. Выкуп больше не понадобится. Детектив продолжил поиски в личных вещах Алексея. Было необходимо найти хоть какую-то зацепку. Я не понимала, за что мне такое наказание. Алёши не было уже 3 дня. Это было... Это самые страшные 3 дня в моей жизни. Вдруг под одеялом Алешиной кровати детектив обнаружил конверт. Истомин не мог поверить. А оказывается, Валентина Семеновна обманула его. Вы же сказали, что отец Алексея погиб. Да нет, не погиб.
Жив и здоров, в Пензе проживает. Ну, тогда объясните, что произошло. Ну, просто, когда мы были женаты, он стал мне изменять. А я посчитала, что он предал меня. Взяла на развод. Ребенка через суд оставила себе. И решила отомстить и лишить его сына совсем. Алёше тогда 2 годика было. А когда он вырос и стал про папу спрашивать, то я сказала, что папа был летчиком-испытателем и погиб. И так часто я ему об этом говорила, что, кажется, сама в это поверила. В письме есть телефон. Я предлагаю не тянуть время и позвонить. Узнать, у отца ли Алёша. Чего-то Алёша к нему поедет. Я узнал, что у меня есть отец. Он жив и здоров, я бы непременно ему либо позвонил, либо поехал к нему в гости. Ну, знаете, я звонить не буду. Ну, хорошо. Тогда позвоню я. По телефону отец Алексея решительно опроверг версию, что сын у него. Они общались несколько раз по телефону, но приезжать к отцу в Пензу парень точно не собирался. До свидания. Ну что ж, версия о том, что Алёша у него, мы отметаем. Да. И как бы он к нему поехал? У него денег нет на билет. А вы уверены, что у него денег нет? Дело в том, что я, когда встречался с Саней, она сказала, что они хотели поехать в Питер. А на какие деньги? Вот про Питер я ничего не знаю. Но если бы у него были деньги, я бы точно знала об этом. Детективу показалось подозрительным, что Алексей планировал поездку в Санкт-Петербург, не имея на это денег. Истомину было необходимо выяснить, на какие средства тот планировал совершить свое путешествие. Привет, Аня. Спасибо, что пришла. Присаживайся. Детектив опять встретился с Аней, девушкой Алексея Тополева. Ань, скажи мне, на какие деньги вы хотели поехать в Петербург? Леша заработал. Как заработал? Аня, Леша сейчас в опасности. Из-за того, что ты молчишь, мы можем вообще его не найти. Кто-то на велофоруме, где Леша сидел, попросил его перевезти велосипед за деньги из Москвы в Питер. Леша согласился, забрал деньги, сам велик. Он у него дома стоял. А потом он заметил, что там какие-то неполадки, ну и... Ну, он просто повешен на велосипедах. Вот, ну и стал его ремонтировать. Как раз к своему дню рождения должен был закончить. Мы собирались к родителям съездить и заодно велосипед отвезти. Теперь ни велика, ни родителей, ни Лёши. Алексей взял за доставку меньше, чем транспортная компания. И все казалось очевидным. Алексей хотел заработать, а кто-то сэкономить. Но здесь было что-то еще. Поэтому Истомин поспешил к Тополеву. Жизнь Алексея находится в опасности. Детектив в этом не сомневался. Через полчаса детектив был в комнате Алексея. Среди множества вещей пропавшего Истомина интересовала лишь одна – велосипед. Детективу стало ясно, почему хозяева велосипеда отказались от услуг транспортных компаний. Оставалось главное – найти этих хозяев. Для этого нужно было получить доступ к данным из компьютера Алексея. Этот Истомин тогда разглядывал велосипед. И вдруг выскочил из квартиры, как ошпаренный. Я даже спросить его не успела, что он там увидел и вообще куда он побежал. Ну, не знаю. Он был такой взволнованный. Я еще больше начала переживать. Я вот прям сердцем чувствовала, что Алёша в большой опасности. Истомин обратился к специалисту по взлому данных. Получение доступа к информации требовало времени, но детектив не мог ждать. Каждая упущенная минута могла стоить Алексею жизни. Егор, вечер добрый. Ну, как у тебя дела?
Как раз собирался звонить. Пароль я подобрал. Вы скажите, а какая информация у вас? Мне интересно, с кем из велофорума он общался. Там возможно найти сообщение и вычислить оттуда, откуда они были. Дайте мне одну минутку. Вот велофорум. 3700 сообщений от 80 пользователей. Вас они все интересуют? Нет, среди последних, с кем он общался насчет доставки велосипеда из Москвы в Питер. Доставка велосипеда. Нет, ничего такого. Как так нет? Должны быть. Ну точно нет. Может, еще гляну? Да нет, нет, спасибо, Егор. Ладно, пока. Детектив знал, преступники не любят оставлять свидетелей в живых. А то, что Алексей стал свидетелем, Истомин теперь не сомневался. Да, Егор. Александр Сергеевич, нашел. Вот, в удаленных сообщениях есть. Ага, так-так. Сохранился. Давай. Откуда писали, про Метео, да? Да-да-да. Давай, так. Есть. Записывайте. Люблинская улица. Ага. Дом 34, записывайте, да? Да-да-да. Ага. Вот. Спасибо огромное. Спасибо, Егор. Конечно, что да. Давай, пока. Алёше писали сообщение на форум из жилой квартиры. Детектив сообщил в полицию и сам поспешил по вычисленному адресу. Понял, что влип в серьезное и плохое дело. Пришел к преступникам вернуть деньги, отказаться от сделки. Те испугались, мог заявить в полицию. Тогда они заперли его в квартире. Все правильно рассказываешь? Да, они хотели использовать меня в качестве примера, чтобы я приобрел запрещенные вещества, сделали это мне как раз велосипед, и я его случайно нашел. Стал невольным свидетелем преступления. Преступники долго не знали, что делать. Одно дело контрабанда, другое дело убийство. Вот пока они решались, мы успели сообразить, что делать. Спасибо вам, Александр. Вы спасли моего мальчика. Да слава богу, что все живы, и мы успели. Пойдем. Желание немного заработать могло стоить неосторожному Алексею жизни. Но благодаря Истомину удалось не только пресечь деятельность организованной группы контрабандистов, но и вернуть сына любящей матери.